Попробуем селедку, которую мы засолили. Вот. И картошку мы к ней, к селедке к этой отварили. Вот видите, прям горячая. Ну вот мы такую штучку положили, чтобы она утрамбовалась. Но она, видите, утрамбовалась хорошо. На, вот. Видите, утрамбовалась селедка хорошо. И, видно, усолилась хорошо. А то она всплывала кверху, не так погружалась. А вот положили-то, и она утрамбовалась. А и пошел раствор, такой запах от раствора. Тут же все специи сколько всякой. Достаем селедку. Ну. О. О, пока хватит. А это обратно в холодильник поставим. Ну, селедка все знают, что с ней делать. Почистить и порезать. А вот с картошкой что делать, мы покажем, как мы почистим, порежем ее способом, маслом, лучку туда. Ну, раньше мы много раз показывали, но давненько мы уже это не показывали. Ну, вот сейчас покажем, как мы готовим картошку. Сначала от картошки надо очистить шкурку. Она горячая, прямо на столе ее. Вот полупили мы картошку, как раньше говорили, полупили, почистили картошку, да. А теперь вот эту луковицу покрошим сюда. Вот. Ну, мы обычно простую берем луковицу белую, а сегодня захотелось вот такой красивой. Вот покрошили мы лучок, сейчас картошку порежем. Потом берем картошку прям горячую и режем туда. Можно остудить, но мы любим прям горяченькую. Да она пока режешь, остынет. Ну вот порезали, а сейчас посолим. Сильно солить не будем, потому что селедка соленая же. Ну вот, порезали, посолили. Ну, обычно как бы лук и картошка. А сегодня у нас зелень, укропчик, лучок зеленый, вот. Тоже добавим, но это не обязательно, но у нас есть, добавили. Так что, если есть, добавляйте, а так просто картошка и лук такой. Порезали или лук, и картошка. Ну, у нас сегодня просто будет покрасивее картошка. Вот, а в конце добавляем масло подсолнечное, ароматное. Масло Саратовской области очень вкусное. Так, ну все, и маслом полили, теперь перемешиваем. Вот такая картошка у нас получилась. И вот всегда в Саратовской области это очень первая еда, прямо вкусная, с луком. Ой, такая с постным маслом душистым. Вот, прелесть. Делайте так и кушайте на здоровье. Вот она какая красивая, зеленью. Ну, а сейчас селедку разделаем. Вот, почистили мы селедку. Молоки у нас тут. Вот, сейчас будем ее порежем еще. Ну, вот, разделали, картошку разделали, селедку разделали. Сейчас будем кушать. И расскажем, как она усолилась.